Михаил у нас наша опора, поддержка, она играет и сам поет. Он споет чуть позже. Продолжим тему времен года. Значит, Андреем Васильевым, не пойму, что это перекает. Это я, наверное, да, зря забила. И мы покажем другую картинку из времен года, которая называется «Как показать зиму» на музыку Ларисы Крицкой. Ну вот зима, и чтобы ясно было, что происходит действие зимой, я покажу, как женщина купила на рынке елку и несет домой, как вздрагивает елочки на тело у женщины над худеньким плечом. Но женщина здесь, впрочем, ни при чем. Здесь речь о елке, в ней-то все и дело. Итак, я покажу сперва балкон, где мы увидим елочку стоящей, как бы в преддверии жизни предстоящей, все в ожидании близких перемен. Затем я покажу ее в один из вечеров рождественской недели, всю в блеске мишуры и канители, как бы в полете всю и при свечах. И, наконец, я покажу вам двор, где мы увидим елочку лежащей среди метели, медленно кружащей в глухом прямоугольнике двора. Пустынный двор, елка на снегу, скорее, чем календарь нам обозначит, что минут, что следующий начал, что за безумной этой кутерьмой. Ах, боже мой, как время пролетело, что день, хоть и длинней, да холодней, что женщина, речь здесь не о ней, здесь речь о елке, в ней-то все и